уважаемый Юрий Федорович, уважаемые коллеги, благодарностью главы администрации губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева за активное участие в охране общественного порядка при проведении особо значимых мероприятий на территории Краснодарского края вручается Филатову Игорю Львовичу, командиру народной дружины муниципальной. Поздравляем. Завершающее в 2017 году планерное совещание началось с выражения благодарности людям, труд которых отмечен на краевом уровне. Глава Анапы вручил почетные грамоты Министерства здравоохранения Краснодарского края главному врачу детской городской больницы Светлане Седловской и врачу скорой медицинской помощи Олегу Норину. Участники планерки обсудили основные организационные вопросы. Главное – это обеспечение безопасности в новогодние праздники. За работу в 2017 году собравшихся поблагодарил глава Анапы. Скажем прямо, год был очень тяжелый, но тем не менее мы с ним прощаемся. И в преддверии нового 18-го года я хочу от всей души вас поздравить с наступающим 18-м годом. Я вам всем от души желаю отдохнуть в эти дни, в праздничные. Я хочу, чтобы у вас тепло было, уютно было, весело было. Всего вам самого хорошего с наступающим 2018-м Новым годом. Удачи вам и с новыми силами в 2018 год. В завершение Юрий Поляков акцентировал внимание. В городе и сельских округах все торжества должны пройти без происшествий.